Бакстер. Смотрю на новую Chrysler Pacifica 2017 года. Офигенные машины, конечно. Они прекратили выпускать Chrysler Town Country и Pacifica в том виде, в котором она есть. И выпускают сейчас будут вот такую модель. Стоит на 30 тысяч, от 30 тысяч. И предлагала сама фирма Chrysler рассрочку. Из фишек вот такой вот санруф, это такая вот крыша, дисплей, нафаршировано. Еще была вот такая тема, можно было как-то постучать здесь, но, видимо, отключена эта опция. По двери, дверь сама должна отъезжать, по крайней мере, у них в рекламе это было указано. Сиденье убирается в пол, кожа совершенно другой уровень отделки, то есть современная такая. Наверху они дисплей не стали ставить. Дисплей теперь только здесь. Вот. Полное управление. Кожа прям вообще реально классная. Впереди вот такая вот штука-дрюка для всякого стафа. Ну, сразу видно, то есть машина очень нафаршированная, очень современная. Очень удобно сидится, дизайнерский руль. То есть я сейчас серьезно думаю по поводу такой машинки, потому что очень мне она нравится. Нужно почитать спецификацию. Вполне вероятно, что есть полноприводная версия. Вполне вероятно, посмотреть на сайте более детально. Сиденья убираются сами, то есть не нужно здесь ничего делать. Мы нажимаем. О, шайтан. Шайтан машина, вы смотрите, чего делается. Опа. Так, и сейчас мы левую также сделаем. Нажали. Такое раньше было возможно только в версии Limited у Chrysler Town Country. Да, и все. Вот этот центральный ряд он убирается вручную, по-моему. Опять же кнопочка вот. Убирается. Ну и, соответственно, да, еще, кстати говоря, вот центральный ряд, стеклышко поднимается, опускается, на ручку так нажали, и оно отъезжает само. Повторители здесь сделаны. Да, мне она очень нравится. Почитаю характеристики этой машины более детально. Может быть, в этом году и прикуплю себе такую машинку для рабочих нужд. Вот. Хорошего всем дня.